У нас в игре должна быть целостность. И именно эта целостность, она не позволила нам добиться положительного результата, и мы уступили 3-1, к сожалению. Потому что начало игры было достаточно удовлетворительным. Единственное, что немного там был сумбур, не могли разобраться в плане оборонительных действий. Но потом как бы все легло на рельсы, все нормально было. Сравняли счет, то есть вот пенальти сравняли счет. Вот эти, когда я говорю о том, что целостности, это такие моменты, когда кто-то выключается, да, когда мы вот именно вот эти эпизоды они решают, ты выиграешь или проиграешь. И это очень важно, потому что на поле 11 человек, все 11 должны быть включены. И непозволительно, на мой взгляд, если кто-то засыпает. Засыпает, значит, будем будить. После перерыва перестроились немного, да, и начали действовать активно, и мяч начал ходить, и должно быть движение, ну, вперед, как бы все это не вопрос, да, но я не знаю, там третий гол, ну, сложно мне сейчас комментировать вообще, как он там случился и что там было для этого. Вот, но безусловно, что эти ошибки, это ошибки, и то есть таких ошибок мы раньше не допускали. Возмущен, да, конечно, возмущен. И то есть такого быть не может, в моем понимании, но я думаю, что и не будет уже. Потому что, ну, в футбол надо играть немного по-другому. А у нас получается, что где-то руководствуемся эмоциями, а где-то выключаем голову. Вот. Это непозволительно. Я об этом сказал. Сейчас с ребятами поговорили. Вот. Ну что, надо двигаться дальше. А что здесь уже делать? Уже матч сыгран.